космических волн паутина и страницы прочитанных книг. Под водою бежит Атлантида, голубого огня материк, а над ней пароходы и ветер, стаиры проплывают над ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. Не найти и за тысячу лет нам, объясняют ученые мне, ту страну, что пропала бесследно в океанской ночной глубине. Мы напрасно прожектором светим в этом царстве подводных теней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. Век 20-й войною полимый, смерть прикинется теплым дождем. Кто нам скажет, откуда пришли мы? Кто нам скажет, куда мы уйдем? Кто сегодня нам сможет ответить, сколько жить нам столетий и дней? Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужнее. И хотя я скажу себе тихо, не бывало ее никогда. Если спросят, была Атлантида, я отвечу уверенно да. Пусть поверят историям этим, Атлантида ведь дело не в ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. Пусть поверят историям этим, Атлантида ведь дело не в ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней.